Всем здрасте. С утреца собирались съездить куда-нибудь подальше. В интернет залезли, а там дожди кругом. Время уже ближе к часу, или час, наверное. Дождя нет. Поехали где поближе. Пошляться, посмотреть, что почем. Вот что мы увидели. Вернее, я увидел. Клубничка цветет. Мы знаем, что она здесь есть. Но мы посмотрим, как она цветет. Она цветет отлично. Значит, мы будем с ягодкой в этом году. Пойдем дальше. И здесь хорошо все. Все нормально. Все полито, как надо, дождичком. Ветром обдуто. А мне туда. Ну все. Сейчас только капал. Он что? Вон. Не знаю, видно, не видно на луже. Потихонечку начинает дождичек капить. Пойдем. А, цель у нас. Папоротнику надубасить. Мы в прошлый раз набрали, насолили, ну мало. Сейчас не знаю. В одно место залез, там уже все, кирдык ему, он перерос. Идем в другое место, может быть, там повезет. Предлагал съездить, куда всегда ездим. Он говорит, здесь лучше. Серега говорит, здесь лучше. Вот пойдем посмотрим, что здесь за лучше. Или хуже. А там за поворотом снова поворот. Ха-ха. Вот куда я пришел. В красивое место. Теперь вот с этого ракурса сниму. Тут под березочкой. Нам дальше. Жаба, ты что там орешь? А? Ну-ка иди сюда. Смеешься, да, надо мной? О, стромота. Не буду я тебя искать. Ты где? Царевна лягушка, объявись. Стрелу, говорит, давай. Нету стрелы. Ха, смейся, смейся. Да хохочешься. Я сейчас спущусь и всем троим обоим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Издеваются они надо мной, а я над ними. Ну и смейтесь. Так, тут что у нас есть? Есть. Вижу беленькие цветочки. А тут мотоциклисты гоняют. Они кругом. Так, это что у нас бугор? Будет ягоду давать в этом году? Есть, но мало. Значит, будет крупная. Пойдем дальше. Яблоня бузует. Четко. А тут ягодки есть? Не ягодки, а цветочки от ягодок. Есть. Везде есть. Все хорошо в этом году должно быть с клубничкой. Только не проспать бы. О, какая она рясная. Прямо обалденно рясная. Если бы еще солнышко было, вообще было бы ништяк. Под ноги еще надо смотреть. А то бультыхнешься туда. Вот такая здесь яблонища. Ладно. Вот такое здесь озеро.
рыбок не видать, потому что рябь стоит на воде. Ветрище того какой бузует. Чайки летают. Бакланы, короче говоря, прилетели. Вон белоголового вижу, он уже там папоротник рвет. Вот мне надо к нему, побежал я. Я сейчас пшикнулся, у меня сейчас дури. Сейчас четвертую как включу, или пятую, быструю. И побегу. А, березоньки. Выстроились. Вряд. Молодые еще. Ну как молодые? Лет так это им по 10 точно есть, не меньше. На жерди, на черенки. Прям некоторые особи хорошие есть. Так, так, так. Там что такое? Черное смотрит на меня. Ё-моё. Пень. Трухлявый. Обгорелый. Тут костер жгут. Это вот эти на мотиках. Эндуровцы. Пожалуйста, купаться можно. Раскачался, как бахнулся туда. Хорошо. Так, а там что у нас? На этом бугре? А, ничего нету. Мать и мачеха, по-моему, там только. Может быть, да, мать и мачеха, листики лезут по всему уклону. И иван-чай, по-моему. Да, иван-чай вижу. Вон туда еще можно забраться. За папоротником. И вот здесь справа можно его пособирать. Там его было много. Но я туда, наверное, не пойду. Еще одно буль-буль. Здесь уже снимал 100 раз. Там все в жарках. Там все в огоньках. Там вообще красотища. Слазить, что ли? Ради прикола. Уклон вроде небольшой. Градуса там сколько? 45, наверное, где-то. И немного. А все, сдох. Вот. Вот в эту красоту сейчас. Вот так все в этой, в этих рыжиках, пыжиках. И все. Посмотрели? Красиво. Мне тоже нравится. Но я пошел дальше. Они тут везде. Вот такой у нас нынче натюрморт появился. Это мы все тащим домой. А может быть и продадим кому-нибудь. Папоротник раз, папоротник два, жарки три, кукушкины слезки четыре для красоты. Пришли журавля посмотреть, а его нет. Он или не прилетел, или где-то сидит, спрятался. Может, на яйцах сидит. Но он где-то здесь есть. Жора, вылетай. Ау! Забил он на нас. Нам домой. Все так забил. Чайки. Бакланы. Чайки-бакланы. Вон, ушки полетели. Ути-ути-ути-ути.
Это не наши. А что-то не полетели, а где маленькие? Маленькие спрятались там где-нибудь. Все, погода вообще испортилась. Спина уже мокрая, дождь намочил нас. И мы чешем домой. Вроде и дождя-то не было. Вроде не было, но моросил, моросил и выморосил. И мокрое все равно. Ладно. Всем здоровья, до свидания. Кто был с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Продаем, сидим в тихоногу. Уже продали 3 штучки. Осталось 3, 6, 8.